Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами Браникс, и это игра Тров. И мы, собственно говоря, продолжаем делать гайды на наше грядущее обновление. Тестовый сервер вновь открыли, и теперь можно все спокойно пробовать и тестировать. Ну и в этом видео я хочу рассказать вам все новости про гемы, которые мы так ожидаем на основных серверах. В общем, добавили новый верстак, который называется GemForge, с помощью которого можно прокачивать статы как и на больших, так и на маленьких гемах. Есть три вида прокачки гемов. Первый вид прокачивает гем на маленькое количество характеристик, второй прокачивает на среднее количество, ну и третий вид, соответственно, прокачивает еще лучше. Также еще на этом верстаке можно будет менять любую выбранную статистику на другую абсолютно рандомную. Ну вот, уже мы немного имеем представление об этом верстаке, теперь давайте же разберем его немного поподробнее. Проценты, которые находятся в квадратных скобках, показывают качество конкретной статистики, то есть диапазон цифр, с которой может попасться этот гем. Большие гемы, кстати, теперь тоже имеют свои разные цифры, и чем больше эта цифра, тем будет больше пауэрранга на этом геме. Пауэрранг у большого, максимально прокачанного гема с последним уровнем составляет 2259, а у маленького гема 1970. Ну и у вас уже, наверное, возник вопрос, а где же крафтятся все эти материалы для улучшения гемов? А крафтятся они будут в Adventure Crafting Bench, в последней вкладке Gems. Скорее всего, там вам будет незнаком один материал, который называется Bound Brilliance. Как я знаю, он будет выпадать из сундуков, которые крафтятся за некие токены, которые мы получаем ежедневно за вход в игру. Ну а подробнее об этих сундуках и новом верстаке, в котором они, собственно говоря, и крафтятся, я вам расскажу в следующем видео, которое, кстати говоря, выйдет совсем скоро. Ах да, чуть не забыл о материале, который называется Binding Darkness. Он используется для крафта штучки, которая меняет стат гема. В общем, этот материал выпадает из Empowered гембокса обычным лутом. И еще падает с обычных гембустеров. Ну и очень редко может упасть с боссов, которые просто бродят по просторам локаций. Ну и вроде бы все. В общем, ребят, спасибо большое за просмотр, думаю, это видео вам понравилось и было хоть чуточку полезным. Ну и как всегда, если у вас есть что добавить или исправить меня, то пишите это все в комментарии. Также не забывайте задавать вопросы, если что-то недопоняли, мы вам постараемся все объяснить. Ну а на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои предыдущие ролики. А с вами был, как всегда, ваш любимый Браникс, до новых встреч!